Жена не сову. Сначала нужно выбрать цель. Да, именно так. Слишком далеко. Талдорама напулит кто-нибудь из ханта. А сколько там стоят перчатки Т10 спула. воды? Давай. 9. На ОС спула Талдорама. Ой, я после принцов схожу, куплю перчатки. На баф на пулчик. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Воронару свершить отмщение. Прольется кровь. Насладитесь болью. Настя Санте, наверное, Неликса. Генетик падает.
Будете перестроены. Моя чаша полна. Ибо сила сферы питает меня. Насладитесь болью. Прольется кровь. Идут. Хоть неужели плащ упал? С ноября не падал. А он без понта выживет плащ. Ты натыкал лучше на людей. Стрелка. Чё, может, Карбухара на замену, а тут вообще невозможно смотреть, он лагает, хрен знает кто. А ты ту часть монитора заклей просто. Блин, я не могу, он тоже пальцем прикрывай. Мышкой бей и пальчиком прикрывай Карбухару. Очень трудно. Прям с воды повезло, больше всех ролл даже выкинул. Я? Да, 95, ближайший был 90. Знаешь, сколько, как я его хотел. Ролл подкрутил. Я в контроле, Йотен лови. Кучнее встаньте, не размазывайтесь. Народ, Салар может и лучше, но там же меткости нету. Там с робота вроде. С робота вроде не падает плащ. Там есть, да, плащ с меток на танка, но он с Салара падает с меток. А, я понял, я думаю, там паре они на это все. Когда его выбишь-то теперь? Когда теперь ролл подкрутишься? Блин, кануть не писать, продам рейд сейчас, да? Продам за 3к голды рейд сейчас. Бля, точно, ща, короче, это сделаю. Скидка 1 голд, да? Нет, потом также по той же цене, которую продавал, просто чтобы люди заинтересовали. Или 5 голд. Жир, ночь жир. Мне тут чувак написал в личку байт 3000 и вот. У меня, кстати, тоже бывает, пишут такие нестандартные ребята, у которых творческие цифры. Типа я им пишу нормальные ценники, они пишут охуеть, удачи. А потом проходит 5 минут, они мне пишут, слушай, может, все-таки продашь за 5 тысяч? Блядь, мне 15 человек уже написал. Политики на неделю. Да.
О, кто-то хочет поменять на шеемку. Согласен. Не глядя. На баф, на пол. Рыбка стоит, ребят, кушайте, кто мёрт. Блять, люди на полном серьезе пишут, его же нельзя передавать, он же дается за квест, блять. Не знаю, что кто это пишет. Сейф пишет, нет такого. Александр, я бы не рад махнуться. Не, Делорус, я бы на твоем месте честно писала спасибо большое. А то я не увидел. Я на пуле. Это было неразумное решение. Нашел себе занятие на РТ, переписываться с кучей народу, как передать ШМ. А вдруг кто-то подскажет, действительно, способ? Нет, я им подсказываю, они же у меня спрашивают, типа, как охуеть, а как так можно? А я им, ну конечно можно, сейчас Мелик вам объяснит. Ребятки, короче, абсолютно на каждом боссе выходите. С самого начала цветка. Вследствие этого дальше по соточке. Без укусов остались? Есть укус на мне. И на мне. Мы, наверное, поднимем Ходжа. Ходжа встал с нами. Прям для бабус. У нас лежат, а ты в 4 жужи. Ну, пускай лежат.
Не добивайте, стоп, дамаг. Стоп, не Амкил, ай-яй-яй. Так хорошо. Блять, прочитал, кроваво учит. Печаль-то какая, господи. Один раз объясняю, когда Лунатер взлетает, если она, не дай бог, по чьей-то вине умрет в воздухе и лут будет не достать, я этому человеку, который добил, начислю ГП разом со все шмотки, которые с нее падают. По максимальной стоимости. За каждую шмотку. Народ, а я вот просто сейчас стоял и смотрел, кто бьет, когда я стоп дамаг, вот и все. Угу. Мне кажется, Анкил таких цифр никогда не видел. Мейнспек. Офспек. На офспек ложу, надо. Не танковое оружие. Мейнспек. Офспек. Просто по роллу. Ловит троица, вверх. Наверное, из-за обычно. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление.
Восстаньте, чемпионы силы! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Ребят, нажмите на ромб. Еще раз на ромб. На ФК-чек. Слышно? Слышно, да. Кто летает? Извините, я не... Летаешь ты, Розария и Моса. Да. Элбрил, Настя на рейде. Йотун слева, Алой справа. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте скорого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Я пока не могу использовать эту способность.
дороге где? Так, Неликс замечен с хилом босса. Самое время собирать ДЦ или хули просто. Пора. Поговорил, не убей. Заебался. Неликс, Алани осколка не было, как и на совете, да? Да, Локи, иди. Залетаем в комнату, не ставим АФК. Они нормально слышат? Да. Неликс пишет, а никто не слышит. В комнату, в кашеры! Нет, низовой вы сейчас побежите.
мне туда ехать. Народ, у тебя же хороший мод есть? Вот сегодня отдыхает от танкования. Бьет он. Ну, значит, во время перекура летишь на аукцион, покупаешь две шмотки себе или крафтишь их. У меня нет ни того, ни другого. Что значит нету ни того, ни другого? У тебя голды нету? В пределах тысячи. У меня, блядь, 500 голд. Эй, я тебе даю 1000 голд, ты летишь, покупаешь себе две фрост шмотки в виде ботинок и пояса. Может, они мне не нужны, а? Полетанки. Нет, нужны. У тебя офспек же есть? Ты на него шмотки ролишь? Ты их ролишь. Типа на трансмут, на самом деле, второй спектр. Пояс и ботинки. Или кольцо. Больница портует. Чё не перекур, ещё трэш перед синдрой. Перекур перед синдрой будешь? Ну сейчас трэш почистим, да, и покурим. Можешь после синдры, да, отойти хотел на 20. Это, по-моему, трэш. Я, короче, слышал, я сейчас опасно. А, вот. 20 минут тебе надо? Ну да, синдру убьём, пока профи отбегу. Тебе синдры нужно что-то? Нет. Не... Ну да. Иди-то, а сейчас фикаш. А танчить кто будет? Он же анхолик. Войду попросим, значит, что уж поделать. Только телепортнись, алло. Хорошо. Чего вы спойлили, у нас танк ушел. Поет, он же есть. Танчит не йотун. Кто-нибудь.
Кони, коров, спек, проторога. Так вы, блин, смотрите за игру, у меня таунта-то нет. Так напуй сам на себя. Лучше на Неликс. Ну вот, считай, в этой, да, в тучке потанчил, потом раз фейт нажал, агро скинул. Блять, на скиле просто. Напурился самостоятельно. От большого зеленого огрома народ. Кирс, Фарада, прием. Живые есть? Фарадыч, заходи на мага, поддамажишь. Я это не пойму, а там блоккиллер типа в гильдию вернулся или нет? Да. Че, монах набегался, что ли? Пошел в Джоксик к друзьям. Там что-то порядка 30 вайпов налечил, он расстроился, все сгорело. Все, больше дружба кончилась, да, после 30 вайпов? Пошли нахуй, вы мне не друзья. Ну типа еще на 29-м он заподозрил, что дружбы не будет, да? Но на 30-м решил, что окончательно все плохо. Я, ну, говорит, с такими лидерами не дружу. Глору ХМ забрать и повернуться к нам, вот раньше получилось. Сгорел. Ну сейчас тут так же повайпнуть. Сейчас на Синдре повайпает. Бля, идите нахуй, я вас тут. На отработку. Да, чтобы он там посмотрел, как люди вайпают. В ДБ ходят не на отработку, а в ссылку. И оттуда не возвращаются. Да, я помню, как я в ТВ Рейд сходил первые разы и охуел, какой это был крутой, сильный рейд. Монах, ну, типа, это у тебя с прямым рекаунта со второго, что ли, состава, или с первого? Почему перекур? Сманить? Так перекур пока, покури, чё тебе? А, там перекур. 5 минут перекур. Ходил тогда, у меня хватка тика. Я прикололся, пока лаги нет, взять этот ДБМ... паузу поставить на 50 минут, да? Вага придет, такой, о, еще перекур, ладно.
Мозер, ты тут? Там перекур закончился? Да. Да, закончился. Сейчас замен сделаю. Мозер, слышишь меня? В личку мне напиши. Тебе Вару только лич нужен? Ну давай, постреляешь там на Синдре, потом зайдешь на Вара. Мобильный банк поставьте кто-нибудь, только один. Право. Женой на мгновение. Значит, есть ГИ-инфа. Сопроты берутся только по анонсу. Вы сейчас вот взяли по штучке. А в следующий раз такое повторяется, кладете сразу обратно два. Значит, на боссов сейчас хилы и танки достают из любой сопрота и выбивают. БДшки могут пить, что хотят. Жунуэн, ты шестой хил. На пулчик. Каску по хантам обновите. Мозер, ты релогаешься или куда-то пропал? Если он на Библии, то он написал релог. Да-да-да. Именно так. Так, а чем мы... Как на второй фазе меняемся? Вначале я стакиваю за этой хуйней, потом его меняю, да? Вот тебе анонсит сменить его, ты его меняешь. Сопрот пить, а? Хилы и танки пьют сопрот, ДДшки пьют что хотят. Вообще на пул. Хилов 6 же, но им 6 хил. Еще раз, мгновенно
Ян Килл, сопрот, который взяли назад в ГБ, или в следующий раз положите туда сразу два. Бежим на балкон. Ребята, 6 освобожденок, да? Нет, ну и... левым сыграть. Интересно. Как-то ты вообще не справился. Я хотел это сказать. Наверное, поднимешь меня. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Народ поднимай Элдрова. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Настя, поднимай без бабла. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! База. Чувствуйте,
Мелики разбили. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая мания теперь бессильна! От Эрдвара отойдите. После притяжки разбиваем. Говорю, что для того. Ибо ваша жалкая мания! Теперь чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце! Тором станешь? Мелики разбили. Слишком близко подошел. Джунен, поднимай. Джунен в сторону с меткой. Добивайте, короче, Синдру. Мгновенно. Блять, один дрям остался, пиздец. Гулливан, метка. Заплевали. Так, а вопрос на засыпку теперь. Когда меня убила бомба, она вообще откуда упала? Она упала более чем прилично. Ты стоял сбоку. Нет, со стороны с какой? Меня рисовалась в правом дальнем углу метка. Я от нее спрятался, меня убило. Нет. Она действительно была в правом дальнем углу, но ты стоял сбоку от глыбы и не прятался за ней. Интересно. Может, подвис? Не знаю. Вроде за глыбу был. Ты бы элчик выпал. Третий спек, конник, ты чё? Ну дай ему, тебе чё жалко? Ну второй прото, третий от РДД. А нету что ли? Делорус, у тебя нету его? У меня нет. Минуты, не, минуты. Если за ГП, то не надо, если так, то пускай будет. Прямо народ в кошаке на долгоноге. Народ, выйди вправо. Это классический баг, у меня Элдрил был на коне. Не, давай в кошаке. Слишком далеко. Кстати, комнату пока все не подошли. Что там? Короче говоря,
Обыкновенный ангел может сократ так спрыгнуть. Так им же надо будет его на лече сейчас выбить, нет что ли? Как раз, ну, взяли там все равно ограничение на один фасон. Может, когда он будет нужен, я им. Я же не просто так им спать. За анонсом никто ничего не берет. Мага трассирует. В основном рейды просто на боссов в виде синдрая просто, а проты нахрен не нужны. Так, куда я зашел? А тут с вами хил, все нормально. Бля, я пауков зачем агрит. А вот так лужа вас достает, нет? Если вы... Проверю. Не, она падает. Встает. Мешать. Поуешьте в жуков что-нибудь там, в лужу, еще что-нибудь. Это диверсия. Лагу жуки убили? Да. Если паладин пал от тараканов. Это был равный бой. Кровожадный удар его съел. Плотоядное насекомое. Кто уебал, да? Плотоядное насекомое. Кто уебал? Сумонти Хекси. Я так понимаю, прок теперь будем стопать. Что такое добавили и добавили до хрена. Да, у нас ДПС, по-моему, до хуищ, нет? Нет. Посмотрим. 8 лямов добавили. Не, ну может поменьше. Трипот просто выпьем. Так и я пью всегда его, не знаю, кто там пьет. Нихуя, Неллис. Первый парень на деревне. Короче говоря, Йотан в ДД, Монород в танк, Монород на профи, Войд в обоме. Можно каску и лапу? Сейчас, посмотрим. Справедливо, да? Неликс пока дымлет банки жрет нахуй. Это максимально ДПС. Жену я там ебал по клаве нахуй. Хуярит и тут ДПС. У каждого должен быть свой звездный час. Звездный огонь, да. Звездный огонь, да. Более правильно, да. У каждого должен быть свой звездный огонь. Или звездопад. Набаф на пул. Значит, СС у всех локов есть. Там Элбрил еще бежит. Тантей кидай СС на пана. Босси у нас Монород. Стойте, Элгрил еще бежит. Ребят. А стоять, отбой. Я слонирую. Ярости недостаточно. Она покажет. По-моему, она покажет, не бежит. Нерик, тебе кажется. Ты давай тоже стакай, не слакай, чтобы без этого зеленого перевести. Стоит, пишет, блядь, в чат вместо того, чтобы стакать. Чё, с этой херни стакается, да? Ну да, это считается как дота, да. Еще раз, что на пул? Да ёбаный карась.
Позвонил? А вот за каждый тик настакивает? Нет, там промежуток же есть. Каждые 4 секунды. Там паладин лицо откусили. Чё, хуярим или чё? Хуярим, хуярим. Надо перебегать тогда. В одной комнате может получиться что-то любопытное. Надо подождать. Нам бы пройти у красного. Забейте на зеленое, что там стоите, он же забагал. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Есть. У всех есть БР. Женайн, поднимай шторма. Отвези откуда, пожалуйста. Зеленый кэмп, пошли мелики тоже. Шустрее. Порталы локов. Сюда быстрее все. Переводить будем? Обязательно. Нет, стоп, стоп. Блять, два. Ладно. Переводим. Ладласт. В зеленом хилов нет, по-моему. Кого из вагонов писать? Настя, поднимаешь коника. Наверное, поднимаешь анкила. Разгаря, диван, кома народа. Пан, ты торопишься.
Вот, стоит. Давай, Дилан. А, нет, нафиг не надо. Этот рольч. А не стоять, пан, не изучай, поэта. Йотану отдай. Да не надо йоту. Ты же ролил. Да я проебался. Ну, хорошо, себе то оставь. А, нет, стой. Скажи, скажи. Берёте из-за этого пэт. Пан изучил, нет? Нет. Мгновенно отдай это. Клятва, так пэт будет. Вы охренели? Зачем вы ролите повторно то, что у вас есть? Короче, в следующий раз, кто будет ролить любую такую вещь, если она у вас есть, будете получать ГП. Заебали. А что там случилось? Херню всякую ролят. Те, кто ролили, у тех есть? По двум мейнам хотел, чтобы стринка передали, а у них оказывается... Сопроты, достаем и пьем. Набросились, как чай. Ты ожидал другой картины? Доступ, блядь, еще. Халяв на 800 голды, блядь. Получше. Мгновенно трейд дай. Дамте соброд. Ёбаный. Сколько это у него хп? Я что-то не это, не могу понять. Тебе на замену надо. Undead Worm в дискорде, нет? 162 ляма. Это наебалово какой-то. Может быть, нет, нет. Ну его нахуй. Это много? Это хуя. А сколько было раньше? Было меньше. Было, по-моему, 112. А, 143. Нормально, 20 ляма. Третий шаркач, чешо. Да ладно, два рейда мы убили, а вы что боитесь? Да конечно, что вы начинаете? Че, сэндрот, ебаня? Как был манекеном, так и остался манекеном, блядь. Сейчас пару раз осквернение под босса вынесем, заебись. Неликс, а зачем ты мне это линкуешь?
Ну, типа, там лучше чисто на пару статов. Ну, я потом тоже когда-то возьму, мне не к спеху вообще, мне шея нужна, шея. Фарада, а ты на всех классах такой задер, да? Нет. Рогу ждем, сейчас он зайдет, будем пулить. Босса потанчу. Смойте ханта, пожалуйста. Шкаф поставили, это дуловый стоит. Мы народ, шаркарей потанчишь? Че Долорус? Шкаф поставили, а это Долорус стоит. Нужно подойти. А ты думал шкаф? Да. Блять, в жизни бы мне так кто-нибудь сказал когда-то. Еще Африков не фанули, да? Кто-нибудь поставьте Делоруса, пожалуйста. Нажмите на Делорус. Не надо на Делоруса нажимать, а вдруг ему понравится. Блять, смотрите, шкаф бегает. Undead Worm бьёшь сопрот. Лапу обновите, пристебав. Все пьем сопрот, да? Уры, мужик сам как шкаф-то. Неужели прибыли наконец? Хваленые силы. Кого сопрота нету на этом боссе? Это сразу же ГП по сотке. Боливан, сопрот. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. На Личе и Джайны все пьют сопрот. Кто этого не сделает, получит 100 г. Я титан перепивал. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Я не да будет так! Герои, в атаку! Подходящая цель. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. В танк упал, в танк упал. Бернт его кто-нибудь скорее. Не дисплейнули просто. Танк быстрее поднимите. Ой, ты бы подвел. Вот, подтащили. Бля, чё с моноротом? Падаем, короче. В смысле, второй раз, что ли, не предиспелились?
Йотун, ширкарей танчить умеешь? Не-не-не-не, не надо. Да, я потанчу ширкарей. Окей. Значит, мы народ на боссе. Войд на трэше. Пул без ГП закончился. Ну а насчет диспела я не знаю, почему никогда никого не назначают. Ну народ, первый раз я видел, что там диспела не было, а второй раз я не понял, как ты умер. Тычки 60 тысяч. Ну все. Говорит, не было бафов на нем. Бафов не было, поэтому убило, наверное. Стамина была на нем. Там не бафы делал, там шахрей. А монород в Т5? Да. Бол, Т5 на кота, да? Нет, у него Т5 еще на танка, по-моему, есть. И на кота есть. Ну там частично. 25 есть. Блять, у меня 2 или 3 шаркаря моего ДК в Т4 не убивали. Как они медведя убивают? Поменяли, я ж тебе говорю, не слышно в поле. Да, поменяли. Шаркарей поменяли. Ну, когда? Вот сейчас ты видел? КП у босса посмотри, там больше ДК. Это еще на. Блять, я на этом КД танчил, ДК, блять. Вы че, алло? ЛВ состав убил на той неделе, то же самое уже с КП был. Как бы да, 162 ляма, там не сильно-то апнули. РЧ на балл и на пул. О, 40 чем-то. Анкил чего не хватает? Народ, ты на лече. Анкил. Альт F4. Саппорт надо пить всем. Спылите там кто-нибудь конкретно понаблюдать, потому что я буду не успевать. Либо не считаю и смотрю, выбежал, не выбежал, метку видно, не видно. Я буду спылить. Что... Друиды разве диспейлят, что ли? Кил, чего не хватает? Болячки, по-моему, диспейлят. Или нет? Нет, ты не диспейлишь. А. Я три раза. Диспейлят. Еще раз на пул чек. Только я пыталась здесь полететь, получилось. Черная история. Молодец. Блять, кто балуется? Неужели прибыли наконец? Хваленые силы. Короче, про саппорт я предупреждал, у Боливана не было, он на первом пуле это написал. Я ему дал саппорт. Ты получил 100 БПЛ Т4, ты в курсе. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Я буду пустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Я пока не могу использовать эту способность.
прислал меня. Что-то медленно доспорить. Я проморожу вас насквозь, и вы засветитесь на ледяные осколки. Блин, корона. Бладласт. Отлично. Джунайн поднимает Долоруса. Пойдем на сквернение на край поставь.
Это фаза будет, осторожно, ребят. Помогите по сферам поиграть. Дайте баф, пожалуйста, по чернокнижнику, кавку хотя бы. Сейчас еще раз кто-то из дроидов вперед меня бежит, получит себе. Бегаем. Направо пойдем. Чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым. Быстрее побежали. Надежда тает. Эр, у кого есть? Насти нету? Уже подняла. Танк умер? Да, два раза вы умер. Бэр есть у Монорота, но Монорот танчит. Вы пришли, чтобы вершить... Налево идем.
чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Побегаем быстрее. Вайда, поднимете или нет? Некому. Да так, добьёт. Я паблик похлопаю. Можно еще, я могу через зубы еще. Может тогда не вести лича уже? Да, просто бьем. Мы задроты, да? Я думал, я агро сорвал, что у меня лич был. Отвратительный пул. Трупа просто прошибло, как я не знаю, как тряпку. Я воздвиг перед вами. Я не знаю. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском. Причем, ну, два раза подряд. Пламени вашей ярости. Ну чё, счастье ханта там будет, нет, сразу клятву нахуй, валик. А сейчас все друиды подходят ко мне.